Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «День за днем» в студии Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите сегодня в выпуске. Будущие атомщики знакомятся с профессией. Творческие дети встретились с очевидцем афганской войны. Большой концерт народных гармонистов России. Спортивный праздник «Бравые солдаты». А сейчас об этих и других событиях подробнее. Атомная отрасль всегда стремится к высокому профессионализму своих кадров. Их подготовка начинается со школьной скамьи. Об этом в нашем следующем сюжете. В течение месяца Смоленский учебно-тренировочный центр будет принимать у себя выпускников десногорских школ. 17 февраля первый раз двери УТЦ открылись для 10 класса первой школы. Знакомство началось с экскурсии на полномасштабный тренажер БЩУ-2, полной имитации щита управления второго блока Смоленской АЭС. Специалист тренировочного центра рассказал о рабочих местах оперативного персонала, который круглосуточно контролирует работу всего блока. Объяснил, что для работы на таких ответственных местах нужны специалисты, которые имеют отличные знания своей профессии. А для того, чтобы такое предприятие, как атомная станция, работало надежно и безопасно, будущим атомщикам нужно хорошо учиться в школе. Даже знакомство с копией щита управления блоком атомной станции произвело на школьников впечатление масштабности атомного предприятия. Человек, который работает в таком помещении, должен чувствовать ответственность. То есть и он несет ответственность за жизни людей и всего населения, как бы вообще не только там города, а большой очень части. Ребята задали специалисту много вопросов о работе оборудования, об экологии и о том, как можно учиться таким специальностям. Будущим школьным выпускникам такое знакомство с производством, возможно, поможет выбрать будущую профессию. Конечно, интересно, увлекательно, познавательно. Для кого-то может в будущем это пригодиться. Ну, надеюсь, в основном для всех. Сейчас идет как набор в такие вот организации подобные. На работу. А лекции и презентации в классах показали, что атомная промышленность – большая отрасль с многообразием востребованных профессий и специальностей, от экономистов до ученых, и каждому выпускнику в ней найдется место. Смоленская АЭС стала ПСР лидером атомной отрасли 2015 года. За статус соревновались 10 предприятий госкорпорации «Росатом». Наша АЭС заняла 5-е место. 11 февраля на базе ПО «Старт» генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко вручил сертификат предприятия «Лидер ПСР» директору Александру Васильеву. Поздравляем коллектив Смоленской АЭС с победой! Вяземский машиностроительный завод вошел в федеральный список Минпромторга и получит господдержку. Субсидии помогут заводу покрыть часть своих затрат по уплате процентов по кредитам и пополнят финансирование производства. 16 февраля в Доме творчества Десногорска состоялось мероприятие «Боль прошедшей войны», посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана. Подробности в нашем следующем сюжете. Творческие ребята отнеслись к подготовке мероприятия очень ответственно. В зале была развернута выставка о земляках-воинах-интернационалистах, концертная программа, которую дети подготовили совместно со своими педагогами Аленой Сергуновой, Ларисой Орловой и Еленой Гурьяновой, состояла из стихов о героизме молодых советских солдат и авторских песен, которые брали за душу каждого присутствующего в зале. На мероприятие ребята пригласили очевидца афганских событий Игоря Журавлева. Он рассказал о братстве и сколько всего в Десногорске воинов-интернационалистов. У нас в городе 74 человека, которые прошли Афганистан. Может быть, у кого-то есть на площадке там какие-нибудь дяди. Им сейчас им было по 18, сейчас им от 45 до 55. Это в основном солдаты, были солдаты и сержанты срочной службы. Из 74 человек, которые здесь живут в городе, афганцы так называемые, 16 человек награждены боевыми орденами и медалями. То есть ребята воевали по-настоящему. Кроме того, в городе живет 230 солдат-офицеров-прапорщиков, которые прошли войну в Чечне, Таджикистане, Абхазии и Югославии. Это мероприятие подтвердило в очередной раз, что в Доме творчества дети Десногорска развиваются не только творчески, но и воспитываются патриотами своей родины.
12 февраля в Рославле учащиеся 5 классов Десногорской художественной школы приняли участие в конкурсе «Мастерская живописи 2016». Наши ребята показали хорошие знания и стали лауреатами конкурса. Екатерина Шугарова – лауреатом первой степени, а Ангелина Миронова – лауреатом второй степени. А сейчас новости из культурной жизни города и области. 4-й год подряд в феврале в музыкальной школе Десногорска проходят концерты продюсерского центра «Русская гармонь». Это уникальная возможность для наших горожан послушать исконно русский инструмент вживую. Народные гармонисты России Александр Ганичев и Алексей Симонов показали виртуозное владение инструментами, а солистке Светлане Калачевой подпевал весь зал. Мы раскрываем возможности гармонии. Ведь на самом деле возможности гармонии безграничны. И народные песни, и припевки, и частушки, и наигрыши, и авторские песни, и шансон под гармонию, современная эстрада и так далее, и так далее, и так далее. Потому что под русскую гармонию, оказывается, можно играть и петь вообще все. Даже после двухчасового концерта никто не спешил домой. В холле школы общение с музыкантами продолжилось. Более тесное и непринужденное. Наигрыши, частушки, плясовые. Получилось еще одно отделение концерта. Прощаясь, гармонисты обещали приехать в следующем году. А в областном центре в музее «Смоленский лен» отметили старинный русский праздник «День святого Трифона». Парни и девушки проводили досуг по русскому старинному обычаю. Гостям напомнили о народном празднике «Дне святого Трифона», которого считали покровителем семейного счастья. В честь него весь февраль издревле проводили свадьбы. Напоминаем, что 20 февраля в 17:00 Центр досуга приглашает гостей и жителей города на праздничный концерт «Служба Отечеству. Великая честь», посвященный Дню защитника Отечества. А сейчас новости спорта. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» 17 февраля состоялся яркий спортивный праздник «Бравые солдаты», посвященный защитникам Родины. Подробности вы узнаете из сюжета. В спортивных соревнованиях принимали участие воспитанники трех групп среднего возраста из детского сада «Лесная сказка». Помогали им папы, дедушки и братики. Начались веселые состязания, как положено, с солдатской зарядки. Программа соревнований была насыщенной. Дети вместе со взрослыми участвовали в веселых эстафетах и спортивных играх на военную тематику. Пока маленькие спортсмены вместе с папами состязались, мамы и сестрички активно за них болели на трибунах, подбадривая их криками и топотом. Завершился спортивный праздник сюрпризом для пап. Им ребята подарили в этот вечер подарки, сделанные своими руками. В этом году мы впервые решили попробовать провести такое мероприятие совместно с родителями. Спасибо, что руководство физкультурного комплекса предоставили нам такую возможность. И большое спасибо родителям, что откликнулись и приняли в нем участие. Хотелось бы, чтобы такие вечера проходили у нас ежегодно. В начале февраля в Алтайском крае прошли соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек. Победное золото в весовой категории до 63 килограммов завоевала спортсменка Смоленской области, мастер спорта международного класса Алина Васькина. Всего в состязаниях участвовало более 500 юных спортсменов из 36 регионов Российской Федерации. Смолянка подняла 16-килограммовую гирю 222 раза. А бегун из Рославля Василий Ларкин победил в 6-часовом забеге и на 100-километровой дистанции сверхмарафона «Ночь Москвы», завоевав Кубок России. Марафон проходил с вечера 12 февраля по утро 13 на московском велотреке «Крылатская». Гонки внедорожников с говорящим названием «Сумасшедший спринт» пройдут под Смоленском в карьере за деревней Корневищина 21 февраля в 9:00. Кроме зрелищных заездов, болельщикам обещают насыщенную культурную программу. Оформить заявку для участия можно на сайте, который вы видите на экране телевизора. Уважаемые телезрители, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Этот и другие новостные выпуски вы найдете на официальном сайте нашего канала, адрес которого вы видите на экране своих телевизоров. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Всего доброго, до свидания.